У вокзала какая-то особая энергетика. Люди встречают, провожают друг друга, кто-то даже навсегда. Это место встречи, расставаний, разбитых и состоявшихся надежд. Вокзал, по-моему, это вообще отдельная вселенная. Здравствуйте, друзья и гости канала «Всерьез и понарошку». Как вы уже догадались, разговор сегодня пойдет о железнодорожном вокзале, который находится в моем родном городе Павлодар. Железнодорожный вокзал в Павлодаре – это современное двухэтажное сооружение из стекла и бетона, облицованное декоративной плиткой бежевого цвета. Здание имеет центральную часть и два крыла. Железнодорожный вокзал был построен в 1924 году. В 1970 году старый вокзал был перестроен. И хотя здание построено давно, но выглядит и в наше время современным.
Перед зданием вокзала находится привокзальная площадь, на которой оборудованы автомобильные стоянки, остановки трамваев, автобусов и маршрутных такси. С вокзала вы доедете в любой район города. На первом этаже располагаются кассы, камеры хранения, гостиница, справочное бюро, банкоматы различных банков, ломбард. На втором этаже находятся залы ожидания, в которых работают кафе и столовая, парикмахерская и магазины сотовой связи. Thank you.
от железнодорожного вокзала находится автовокзал. Ну что ж, друзья, кто приедет к нам, будем рады. А кто будет куда-то ехать, мы пожелаем счастливого пути. А сегодня, по просьбе одного человека, нам нужно заглянуть в один из дворов города Павлодар. Катастрофически не хватает свободного времени, но я буду стараться выполнять ваши просьбы. Я понимаю, друзья, насколько для вас это важно.
На этом пока все. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока-пока.